Памятное мероприемство с нагоды 73-й годовины знишения еврейского насильства Бреста отбылось напередодні у областном центре. Черговую трагичную дату отзначили каля мемориального знака у память об 34 тысячах евреев вязнях Брестского гетто. До памятного знака на улице Куйбышева, які установлены неподалеку от места первого расстрелу вязня Брестского гетто, что год приходят члены еврейской суполки и жихары города, как ушановать память невинно забитых. У такий ж кастрычницкий день ровно 73 года тому Брест раптовно стратил больше за половину своих жихаров. 34 тысячи человек фашисты знищили только за то, что яны были евреями. Большинство вязням Брестского гетто были вывезены во урочище Бронная гора Бярозовского района и там расстреляны. Наведывание этой трагичной мястины обовязково уваходить у штогодовую поминальную церемонию. Так само представники еврейской суполки ушановали ахвяру Брестского гетто на могилках Плоска, Трышин и у вёсцы Матыкалы Брестского района. Повсюд на жалобные церемонии прошли без пафосу и урочистых промов. Для мемориального знака на улице Куйбышева выступающие говорили просто об захаванні памяти. У память об невинно забитых ахвярах раввин Бреста Хаим Рабинович прочитал поминальную молитву. У завершения до памятного знака были ускладены кветки и по еврейской традиции камяни. Для нас самое главное – это память. Чем дольше мы будем хранить эту память и передавать ее из поколения в поколение, тем самое такое позитивное, возможно, влияние окажет на вообще на людей нашей страны и других стран. Потому что сегодня очень тяжелое время. Вы видите, что происходит в мире. Войны, уничтожения, взрывы. Я рада, что мы вносим какую-то лепту в тему памяти и мира. Людмила Салзина, Сергей Матвійчук, областные новини, Брест.